Новые награды в копилке Ивановской Федерации Кудо. В минувшие выходные в Москве состоялось первенство России. Юношеские соревнования наивысшего в масштабах страны уровня, а это само по себе подразумевает сложнейших соперников. Уровень нам на самом деле детей растет и растет. Очень много народу было на этот раз, где-то за 300 человек практически, да, и до 9 часов турнир длился. На первенстве страны Иваново в последние годы уже заняло место среди сильнейших. За нашими спортсменами следят, под них готовятся соперники из десятков городов. Потому самый важный этап – подготовка к соревнованиям. Тренировки под руководством президента региональной федерации Кудо Бухади Гучигова и легенды мирового спорта Эдгара Коляна начались за месяц до ответственного турнира. Буквально после ЦФО где-то неделечку мы поотдохнули и приступили к подготовке первенства России. В функциональном плане, скоростном плане, в ударной технике, в борцовской технике все, в принципе, у них было все на высшем уровне. Итог самоотдачи бойцов и тренеров: двое спортсменов от нашего региона отобрались на первенство страны. Столько же наград высшей пробы они привезли на малую родину. Для Алана Валиева это были уже четвертые всероссийские соревнования, и он знает секрет успешной подготовки. Валиев Алан первый бой провел, ну, с натяжкой, конечно, первый бой он всегда трудный. И второй бой с нокаутом выиграл. И вообще финальный бой за 15 секунд он выиграл. Вот это говорит о том, что он хорошо подготовились. Это больше моральная подготовка, так как наш тренер Эдкалян очень наш хорошо тренирует, подготавливает перед соревнованиями, дает нам базовые и точные техники, которые надо применять в бою. Главное самому подготовиться и морально быть готовым к соревнованиям. Титул победителя первенства страны для Алана не новый, чего не скажешь и его товарищи по команде. Артем Курский впервые принял участие в соревнованиях такого уровня и сразу триумфально. Финальный бой самый тяжелый был с соперником из Дальневосточного округа. Было одно дополнительное время, и я проигрывал по баллам 1-0. Минута до конца оставалась, я уже отчаялся, но он отдал руку, я сделал болевой, чистую победу. Мечта ивановских кудаистов – титулы победителей первенства мира. Но до этого грандиозного события еще 4 года. Есть время набраться сил, побед и опыта. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.